Так позитивно и драйвово стартовал второй открытый отраслевой чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills Сибур PetroChemSkills 2021. Началось мероприятие с презентационного фильма о компании, после чего инженер по охране труда колледжа нефтехимии и нефтепереработки Татьяна Лихачева провела для присутствующих инструктаж по технике безопасности. Вы уже заметили, что при входе у нас установлена электронная система доступа. Для открытия чемпионата и приветственного слова на сцену вышел Айдар Фаритдинов, руководитель колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Васильевича Лимаева. Он основоположник, отец современного Нижнекамска нефтехима. Это отец-основатель нашего города, и мы с гордостью носим его имя. Цех номер один, так говорил Николай Васильевич о нашем учебном заведении. Также для открытия чемпионата на сцену был приглашен Родион Булашов, заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Нижнекамск-Нефтехима. Он поприветствовал участников и экспертов чемпионата от имени генерального директора компании и руководства предприятия. Мы являемся градой бюджетообразующим предприятия города Нижнекамска. Еще раз рад вас всех здесь видеть. Надеюсь, что борьба будет бескомпромиссной, честной и уверен, что победит сильнейший. Стартовал чемпионат в Нижнекамске. Дальше эстафетную палочку перехватит Тюмень, Тобольск и Томск. Завершение пройдет в культурной столице Санкт-Петербурге. За все время чемпионат прошагает по 5 городам России. В нем примет участие 146 человек, 143 эксперта и более 100 гостей. А это в 4 раза больше, чем на первом отраслевом конкурсе, который организовал Сибур в 2019 году в Сочи. Хотел бы, пользуясь случаем, во-первых, поблагодарить коллег с Нижнекамска-Нефтехима, с Нижнекамского колледжа за то, что любезно предоставили возможность провести нам первые две компетенции здесь, в этом замечательном городе под названием Нижнекамск. По продолжительности чемпионат будет проходить месяц. За это время участники 12 компетенций проверят свое профессиональное мастерство. В нем принимают участие такие компании, как Сибур, Казань-Оргсинтез, Тольятти-Каучук, Нижнекамск-Нефтехим, колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Лимаева, Танека, Еврохим, Газпромнефть-Шельф, Газпромнефть-смазочные материалы и Газпромнефть-цифровые решения. В рамках второго открытого чемпионата профессионального мастерства каждый участник сможет проявить себя и свои способности. Впервые участвую в таком масштабном мероприятии. Очень рада, очень волнительно. Спасибо всем инженерам, экспертам, руководству за подготовку. Нижнекамских участников конкурса ждет 3 насыщенных дня и много интересных заданий от экспертов. Команды готовы ко всему. Они нацелены показать свои умения на самом высоком уровне. По итогам в каждой компетенции будет выбрано 3 победителя, имена которых можно будет узнать на закрытии чемпионата 10 сентября в полдень в актовом зале колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Лимаева. Будем прикладывать все усилия, чтобы достичь самых высоких результатов, показать высокие результаты и победить. Алия Салахиева, Фахри Исламов, Н-Медиа.